Как известно, проект «Шевроле Нива» следующего поколения, или как его иногда называют «Шевроле Нива 2», был заморожен в связи с недостаточным финансированием со стороны инвесторов. Производственные площадки, создававшиеся в Жигулевской долине, остались недостроенными. Первоначальная дата выпуска – конец 2015 года, то есть год спустя после премьерного показа на московском моторшоу. На судьбу проекта оказала влияние и стагнация автомобильного рынка России. И вот, похоже, проект снова оживает. Сегодня пресс-служба GM «АвтоВАЗ» подтвердила нашему каналу, что Министерство промышленности и торговли России поддержало обеспечение госгарантиями выпуска в Тольятти второго поколения внедорожника «Шевроле Нива». По данным Финмаркета, кредит на продолжение проекта может быть выдан под госгарантии Сбербанком. Новая дата начала производства «Шевроле Нива Next Generation» – 2019 год. На GM «АвтоВАЗ» будут созданы дополнительные 800 рабочих мест к 1200 уже существующим. По данным Интерфакса, положительное заключение Минпромторга РФ уже подписано замминистра Александром Морозовым, а все данные по проекту направлены в правительство России. При этом источник на GM «АвтоВАЗ», подтвердивший мне информацию, сообщил, что формальное решение о финансировании проекта в самой компании пока еще не принято. Но, судя по всему, одиозный проект нового российского внедорожника под легендарным брендом теперь действительно будет реализован.